Вампир! Ай, больно! Давай поиграем. Где это я? Привет, я Аманда. А я Вули. А ты вампир, да? Я не вампир. Нет, нет, нет. Я могу все исправить. Это поможет. Упс. Почему ты постарела? Я перепутала зелье. Тогда я тебя съем. Тогда не получишь это. Дай его мне. Для начала накорми нас. Вули, что ты хочешь? Хочу яблочный пирог. Ни за что. Я его съем и получу зелье. Теперь ты не будешь кусаться. Будет вам пирог. Мы тебе поможем. Начнем? Я что-то забыла. Не нужно их кусать. Почти готово. Теперь заберу свое зелье. Где же оно? Не трогай меня. Порежем пирог. Вкусно? Очень. Я тоже поем. Прекрати. Я сделала пирог, отдай мне зелье. Только после того, как помоешь Вули. Обожаю купаться. Я не буду его мыть. Тогда не получишь зелье. Но его негде мыть. Не проблема. И не забудь почесать за ушком. Фу, такие лапы я мыть не буду. Отлично, пусть будут грязными. Не нужно! Нет, нет, нет!
Я принесла шампунь, Вули. Очень много пены. Тогда мы можем сделать так. Давай другую. Круто. Давай еще какую-то сделаем. А вот и твои руки горят. Это что, шампунь с серебром? Упс. Давай высушим, Вули. Вули, ты отлично выглядишь. Спасибо. Еще не все. Ему идет. Молодец. А теперь отдай мне зелье. Я хочу спать. Сделай домик для Вули, я отдам зелье. Ладно. Ага, понятно. Вот твой домик. Мне он не нравится. Это ужасный домик, сделай нормальный. Осторожно! Скажи, какой домик ты хочешь? Это тебе пригодится. Спасибо. Может, тут? Извините, утякула. Сладких снов. О, такой милый. А, хватит. А это что такое? Держите еще морковку. Ты получаешься на фото лучше, чем я. А где это я? Энди, смотри! Вампир? С вампиром фото у меня нет. Привет. Улыбочку. Ну, перестань моргать. Классный плащ. Хватит. Прекрати. Темное фото. Нужно больше света. Еще бы секунда, и сгорела. Она уснула. Хоть где-то мне повезло. Эй, давай сыграем в игру. Давай, мне как раз скучно. Игра называется «Принеси мне». Принеси мне вот этот мяч. Я готов. Что делать? Отлично. Теперь принеси мне что-то маленькое и стеклянное возле Аманды. О, я знаю, что это. Какая я молодец. Это гениально.
Я принес. Это то, что нужно? Это не то. Принеси то, что у Аманды в руке. Рука? Как я сразу не понял? Какое глупое существо. Вот, держи. А, рука! Ты что, ее руку? Привет, что вы тут делаете? Мы играем в «Принеси задуманную вещь». Обе на месте, тогда откуда? Это очень весело. Да. Молодцы, спасибо. Ты выполнила все мои задания, держи. Наконец-то. Ура, я снова человек. Наконец-то я дома. Извини, Аманда. Вы уже должны были родиться. Началось. Мама, ура, я родился. Хочу есть. Мои хорошие, сейчас всех покормлю. У вас мышка убежала. Наверное, я клетку не закрыла. Иди копили, не бойся. Начнем. Все нормально. Это всего лишь игрушка. Упс. Что здесь произошло? Бан-бан украл животных. И убежал, когда я ему навалял, слабак. Кевин, он в порядке. У животных есть чипы. По ним я найду их и Бан-бана. А мне что делать? Займись ремонтом домиков. Ты прав. Восстанови тут все, а я верну животных. Теперь всех животных точно раскупят. Бан-бан! Я заберу всех животных. Он хочет украсть животных. Не в мою смену. Да, это то, что нужно. Поставь его на место. Упс. Включайся. Поставьте скорее лайки, или Бан-бан меня съест. Скорее, еще лайков. О, нет. Фух, получилось. Откуда вы взялись? А ну быстро в клетку! А вот и вы. Сейчас я вас заберу. Я помогу. С вас $100. Погоди, это мои цыплята? Только после того, как заплатите. Но это мои. Ладно, держи. Вау, какой классный домик у Кевина. Отстой! Даже бассейна нет! Мои птенцы! Мама, мы вернулись! Я очень скучал! Хочу есть! Как тебе удалось? GPS и $100 творят чудеса. Сейчас вернем вас в домик, которого нет. Тогда сделаем для них новый. Кевин, присмотри за птенцами. Я занят! Я впадаю в спячку! Держи, ветки для нового гнезда. По-твоему, если я птица, то я умею делать только гнезда?
Да я шучу. Конечно, я буду делать гнездо. Семена посадили, а теперь немного им поможем. Держи. Вкуснота. Вот и скорлупа пригодилась. Ну как вам? Класс! Так тепло! Так много места! Еда! Веселитесь, а я иду искать остальных. Еще один айфон. Вау! Давай следующую коробку. Не говорите, где я. Шш. Ну, хоть бы один нормальный подарок. Следующая коробка. Ты что, оглох? Вау, кролик! Какой хорошенький! Сфотографируй нас! Тут нет. Может быть, в этом? Эй! Так вот ты где. Ты пойдешь со мной. Кто? Я? Я никуда с тобой не пойду. Причем тут ты? Я пришла за своим кроликом. Он не твой. Это мой подарок. Это мой кролик. Смотри, у меня даже есть фотки с ним. У меня тоже такие есть. Ой, я ошиблась, сори. Хватит обниматься, выход там. Кажется, это аллергия на кроликов. И что теперь делать? Я могу его забрать себе и заботиться о нем. Правда? Буду ухаживать, как будто бы он мой. Ладно, пока, пупсик. Я буду скучать. Еще одного нашла. Забирай. Я думал, он уже не вернется. С возвращением домой. Держи вкусняшку. Такая сладкая. Иди побегай. Стой, не нужно. Отлично. Теперь нужно его ловить, чтобы посадить в домик. Не нужно его ловить. Отличная идея. Так у него будет много места. Это будет ограждением. Из этого выйдет отличная терраса. Чем лучше забить гвоздь? Молотком, отверткой или пилой? Напишите в комментариях. Еще нужно место для сна. Не проблема. Вау, неплохо. Но теперь не хватает места для еды. А если так? Тогда можем сделать еще и так. На дереве должно что-то быть. Этот домик намного лучше старого. Сколько вкусняшек. Много места, чтобы бегать. Новый сигнал. Я скоро вернусь. Вау, это что, король? Я не сплю, я не сплю. Какая классная собака! Будешь новым королем! Держи еще одну! Вот ты где! Не подходи к новому королю! Я пришла сделать прическу новому королю. А это вам! Оу, спасибо! Потерпи, еще немного и все. Тебя я спрячу. Только тссс. Готово. Ткань беру вместо денег. Это не новая прическа короля. Это шедевр. Пойдем, пусть все увидят нового короля. Удобно тебе, мой хороший? Да. А пила? Угадай, какие у меня новости?
У тебя есть кусок ткани? Даже я отсюда вижу, а ты нет. А так? Я вернулась, я дома. Это хорошая новость. Есть и плохая. Какая? Какая? Больше не с чего делать домики. А вот и нет. Смотри. Тебе нравится? Для отдыха поставим лежанку и украсим гирляндами. И не забудем про игрушки. И самое главное. Осталось найти котика. Кажется, там, где котик, там и Бан-Бан. Тут что-то не так. Слишком легко я его нашла. Ха! Так и знала. А? Проще простого. Давай, открывайся. Ну, держись, Бан-Бан, тебе конец. Почему? Я же все открыла. Хотя... Кажется, ты один остался. А ну стой! Не смей его есть! Не обижай котика! Это корм? Ты не собирался есть котенка? Ты его кормил? А зачем ты украл у нас животных? У меня нет друзей, а животные могут их заменить. Я знаю, где найти друзей. Пошли, бери котика с собой. Проснись, мы нашли котика. Это супер! А он что здесь делает? Все в порядке, он будет нам помогать. Нет, никогда. Он всех наших животных украл. Он их украл, потому что у него совсем нет друзей. Это правда? Он любит животных. Котика вообще с ложечки кормил. Тогда добро пожаловать в наш детский сад. Вот так ко мне и попал этот котик, а я устроился в зоомагазин. Вот это история. Я чуть не расплакалась. Сократи ее и рассказывай каждому клиенту. И тогда у нас будут очереди. Какая скука. Ничего не происходит. Ты вообще бываешь довольна? Ауч, горячий. А что в нем было? Смотри, вот и ответ. Стой. Может, ее не стоит трогать? Тебе так точно. А я... О, как это круто! Мне нравится! Что? Это потрясающе! Она, наверное, волшебная. Кажется, у меня появилась идея. Ха-ха-ха-ха. Аккуратнее, огонь это не игрушка. А? Я тебя понимаю. Наверное, это из-за способностей. Вау! Завидуешь, да? Ничего особенного. Кто ее сюда прислал? Ну, конечно, это босс. А вот и что-то интересное. Без проблем, мой гений что-нибудь придумает. Важно, не трогайте животных. Давай скорее закончим работу и отправим ее хозяину. Давай.
Ты просто чудо! Нужно сделать спуск на второй этаж. Энди, нам нужна труба. Вот тупица. Из этого мы сделаем логотип. Добавим еще красного. Поставим на самый верх. Я хочу наверх. Держи. Можешь подняться. Отличное место для отдыха. Тебе, наверное, нужно подогреть? Не надо, и так вкусно. Хорошо. Стой. Хорошая идея. Тут можно оставить одежду и разную мелочевку. Нет, криво. Еще чуть-чуть. И нет, немного левее. Теперь немного правее. Она должна быть тут. Что ты наделала? Осторожнее надо быть со своими игрушками. Похоже, эффект временный. Эй, Сплинтер! Чего тебе? Есть предложение! Отличная работа! Я отправлю, отдыхай. Наконец, у тебя не будет этих способностей. Моя очередь! Тебе же кролики больше нравятся. Я люблю всех животных! Нет. Ага, посмотри, какой я стильный. Мне синий идет больше, чем тебе. Ты даже не знаешь, как способностями пользоваться. А у тебя косметика смылась. Что? Я тебя убью. Ты собираешься мне дом делать? О, непривычно. Со способностями я тебя понимаю. Видимо, нет, раз ты все еще не делаешь дом. Ладно, ладно. Пора немного поработать, а потом можно и видео поснимать. Из этого получится отличный домик. Сделаем тебе целый пляж. Неплохо. Давай еще добавим ракушек. О, мини-аквапарк. Кажется, я это где-то видел. Это слишком высокое. Вот так пойдет. Нужно немного украсить наш аквариум. Кажется, чего-то не хватает.
ты собираешься поставить это в домик? А что? Теперь другое дело. Давай наполним бассейн. Получился отличный домик. Ракушки всегда хорошо смотрятся. Принимать пищу тоже нужно красиво. У него будет самая красивая поилка. Ну вот, время закончилось. Правда, я молодец? Да, давай отправим его обратно. Я сам. Можешь не беспокоиться. Окей.